ложки бить и по-русски говорить. Учатся сегодня в Ивантеевке ребята, приехавшие в Россию из Индии в рамках международного сотрудничества в сфере образования. Всего 30 детей от 11 до 16 лет. Это ученики школ Дели и Гургаона, Гринвей и Святого Ксаверия. Мы здесь со вчерашнего дня. Нам и ученикам очень нравится в вашем городе. Настолько открыты ваши сердца, настолько теплый прием. Сейчас гостей принимает городской центр творчества. Позади экскурсия по Ивантеевке, открытые уроки в 5-й и 8-й школах по физике, химии, географии и истории. Дети делали сувенирные броши-матрешки, показывали опыты, делились знаниями политической карты мира. С большой радушием и теплом их встречаем, показываем все наше народно-художественное творчество, чем богата наша Русь. Наша Русь богата своими традициями в искусстве, в творчестве, в рукоделии. Юная ивантеевская Ассоль не боится общаться с гостями на английском. Нам это привычно. Да, мы знаем. Мы с учителем разговариваем. Вот точно. 4 года учите она? Да. Наши младшеклассники предлагают зарубежным старшеклассницам вместе спеть песню из известного мультфильма про Антошку. Выбор не случайен, ведь создатель мультика – ивантеевец Леонид Носарев. А заодно пытаемся выучить русские имена. Антошка, Антошка, идем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Дили-дили, тролли-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Индийские девчонки и мальчишки живут в ивантеевских семьях. С детьми приехали 4 взрослых. У вас очень прекрасный город и люди, очень душевные и заботливые. У нас лучшие впечатления от программы, которую приготовила принимающая сторона. Это наша русская кукла Крестушка, которая выполняет функцию оберега, креста, ну и магическое число 7. О магическом значении куклы-оберега рассказывает Любовь Булавко, мастер рукоделия, создатель авторских кукол, помогает индийским мальчишкам и девчонкам влюбиться в мир русской обрядовой куклы. Это очень приятно. Мне действительно очень понравилось участвовать в этом мастер-классе. У меня получилась вот такая кукла, и я очень рада этому. Сегодня я был также в школе номер 5, и у нас были интересные занятия. И я бы хотел вернуться в ваш город еще. Веселый вечер в Центре развития творчества завершает культурную программу этого дня. Девчонки и мальчишки будут в городе до 15 октября, а зимой планируется ответный визит ивантеевских школьников и педагогов в Индию. Впереди у индийских гостей еще много интересного, в частности, экскурсии по вечерней Москве и в Александровскую Слободу, а также визит в Государственную Думу Российской Федерации. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, ИТВ.